Дорогие забайкальцы, уходящий 2020 год был годом непростым. Это был год тяжелейшего экономического кризиса, год борьбы с пандемией. Пострадала вся экономика, в том числе и такая отрасль, как средства массовой информации. Но именно эти трудности сплотили СМИ Забайкальского края, всех забайкальских журналистов. Это ведь не только год науки и технологий, как объявил об этом нам президент. Это еще год Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены. Это год чемпионата Европы по футболу, который был отложен. Хочу пожелать всем нам, чтобы было в наших домах уют и тепло, чтобы в вашей семье пришло счастье. С Новым годом, друзья!